Ага. Он был мозговитый. Как звали его? Александр Григорьевич. А фамилия? Ярушкин. Ярушкин. А вас? И у меня Ярушкина. А по батюшке? А? А по батюшке вас как? А Валентина Андреевна. Ну сам. Все делал. Сам. А тут после 20 лет его нет. Нет, вон видишь, опять. Там вон это. А вам сколько годков-то, Валентина Андреевна? Годов-то много. 85. 85? А вы одна, что ли, живете? Ну, живу одна, но они ко мне приезжают. Они меня не... Внучка меня не бросает. Спасибо вам, Валентина Андреевна. Здоровья вам. Здоровья вам. Ну, до свидания. Спасибо. Счастливо. А начальство то это? Нет, я говорю, где водичку добываете? С горы. Грубо говоря, это та же самая вода, которая в каменной чаше. Это не практически, а точно, это одна и та же. Понятно. А можно помещение заглянуть просто? Тут фотографируйте, пожалуйста. Вы посмотрите. Ну, здесь вроде не Голубинка, здесь. Почему? А как же? А что же здесь еще во время войны, в 43-м году, нефть добыли. То есть это где-то 8% всей это Советского Союза давало. Посмотрите, это как вы говорите, какая-то глубинка, да? А что это? Ну и по идее, это не такая уж глубинка. Глубинка, ладно, я понимаю, там... Ну там еще, да, может быть. Вот, Александр Павлович, скажите, вот много рассказывают, да, вот Самарской муке, там вот в каменной чаше, там видели там НЛО, там мифы, там разные, там шишинки, там вот, вы видели что-нибудь? Как вы к этому относитесь? Не, ну я видел там, да, что-то наподобие. Так улыбаетесь уже. Наподобие шара, да, видел. А, видели? Да. А что видели? Это конкретно, я же не могу сказать, может шара улайновая.
Я первый раз зашел или в храм зашел, или в Царство Небесное зашел. Такое красиво, несмотря что барак, а внутри же все было великолепно. И вот так вот и меня батюшка отец Олег благословение дал на послушание. То там, то надо, потом подсвечники стоял, потом на следующем. И вот так вот постепенно. Потом начал, батюшка меня брал в алтаре прибираться, я убирался. С него так начал. И так вот по сей. Вот всю, вот вся жизнь вот у меня. Теперь вот здесь вот продолжаю. Это вот она, это вы писали, да? Да. Это я 3 года писала. 3 года вот это? Да, угу. Вот это тайна вечер.